Оказывается, евронормы охватывают не только все стороны человеческой деятельности, но и детали жизни животных. Сегодня открылась собачья площадка, на которой четвероногие друзья смогут гулять, справлять свою собачью нужду в соответствии с рекомендациями европейских экологов и защитников животных. Столичные власти уже не первый год активно следят за соблюдением жестких требований к правилам выгула и купания домашних любимцев. И специальные площадки должны облегчить жизнь владельцев собак. По мнению городских властей, их должно быть достаточно, чтобы обеспечить чистоту городских улиц, парков и скверов, предоставить животным возможность двигаться, не создавая опасности для людей. И сегодня в Мустамяе, втором самом большом и густонаселенном районе столицы, в парке Кадака, открылись сразу две новые собачьи площадки, общей площадью более 2000 квадратных метров. Для настоящего времени на весь район была лишь одна специальная площадка для выгула собак, которой, естественно, не хватало на всех желающих. Скептики считают, что строительство такого рода площадок – бесполезная трата денег, и у города есть заботы поважнее. Если мы спросим от жителей, что надо, ну или ремонтировать квартиры, дома, ремонтировать дороги, тогда все время есть спрос на площадки для собак. И это везде, везде в районе. И здесь Мустамяе теперь уже третья площадка. И вообще в Таллине есть 16 площадок. А я думаю, что чтобы было бы для всех, тогда где-то надо где-то 23 или 24 площадок. На площадке есть два отделения для маленьких и больших собак. Так что типичные трагедии, когда здоровенная псина может загрызть маленькую баллонку, тут исключены. Специалисты-кинологи, приветствуя создание таких огражденных территорий для выгула, утверждают, что владельцам собак необходимо приучать своих любимцев к походам на такие площадки и не идти у них на поводу, позволяя им резвиться, где вздумается. Обязательно. Я давно ждала. Я живу здесь рядом, с собакой негде гулять. Поэтому думаю, когда сделают эту площадку? Хоть у меня собака уже старая, 9 месяцев, но все равно очень хорошо. Молодцы, что сделали. Мне кажется, что такие площадки очень нужны для города. Здесь действительно можно отпустить свою собаку погулять без поводка. Здесь достаточно места, и к тому же мы никому не мешаем. Площадки для выгула собак – это единственные места в городе, где официально разрешено отпускать животное без поводка. К тому же территорию регулярно убирают и при необходимости осуществляют текущий ремонт. На площадках установлено все необходимое для выгула и дрессировки. Есть скамейки для владельцев собак и, конечно же, мусорные бачки. Всего на сегодняшний день таких площадок уже 16, но это еще не предел. Екатерина Плехова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.